Ну чё, раз, один экстрапе, серый московский, сегодня стрима не будет, сегодня будет не выше ролик, не знаю, во сколько минут выйдет, потому что здесь у меня счетчика нету, старая моя любимая программа, где, может, здесь есть, возможно, счетчик настройки, я не знаю, ребят, пишите в комментариях, это я записываю через программу самого видеокарты, так что посмотрим, что это выйдет. Пошлину, что тут еще интересное добавили. То есть я могу успевать и... Ну ладно. Тогда закрыть это. Ты вообще не начал задичь. 13 не осталось до этого. Это на сетом. Блин, ну ладно. Я так и не понял, что задичь, конечно, но... Давайте в квартиру вернемся. Да. Перекусим заодно в квартире. Здесь никаких налогов нету. Так и не понял, что за налоги какие-то добавили здесь. Хорошо, если награду сейчас можем забрать, давайте заберем туда ее. Что-то у нас награда, да, берем, наверное, да, возьмем это. Нафиг там эти жетоны. Мы их можем и бесплатно получить с вами. Вот это. Документ на возврат налогов. Получить... А где его можно часто получить, ребята? Если кто знает, пишите в комментариях. Это прикольно. Можно получить. Проехать 100 метров на такси. 1000 метров, нафиг мне это надо. Давай сейчас тогда перекусим. Что-то я не хочу особо долго затягивать ролик этот, так что мы сейчас быстренько сделаем себе бутербродик. Да не надо уже стоп машину. Сейчас так подкрепимся немножко. Поедим. Это мы составим. Это мы подкрепимся немножко совсем. Ладно. Сейчас чуть еще новенького добавили, да? Посмотрим информацию. Обновление. Кейсы. На каждой работе для игрока с 6 уровня доступны налоговый возраст. После... Ничего себе, это прикольно. А, блин, в смысле? Короче, на про налоги тут нам будет узнать, ребята, кто знает, пишите в комментариях. А сегодня мы, ребята, поработаем с вами за кадром. Ну, не за кадром, а на запись, ребята, таксистом. Ведь чем я гушу точку, никто не знает, наверное, да? Так, съездим в таксопарк сейчас. И где-нибудь, блин, счетчика жалко нету. Я не хочу стримить, я хочу просто маленький ролик сделать. Хотел маленький ролик сделать, но... А, уже зима ушла, ну отлично, тоже думаю пора зиму убирать, уже елка-то задолбала, что зима стоит. Сейчас нам подкрепиться будет заехать. Вон, Макдак. Работай таксистом, ребята. Я не знаю, здесь можно сделать паузу? Почему через мою программу, которую я стрим, видос обычно веду,
У меня это самое. Он не хочет работать, игру. Меня кикает, ребята. Я, наверное, ролик сделаю на эту тему как-нибудь. Так что, ребята, ждите ролика на лайв-канале, ребят. Так что сейчас ролик будет где-нибудь. Не больше часа. Не больше минут 20. Ну, то есть, если... Я хочу в этом ролике рассказать, что работа такси интересная, ребята. Так что, кто хочет, ребята, можете становиться таксистом в NextRP, потому что это интересная работа, прибыльная. Можно даже создать клан, так сказать, таксистов, ребята, кто хочет, ребята, пишите в комментариях, кто хочет, и у кого есть категория B открытая, и 6-7 уровень, то можно действительно сделать такой клан таксистов в двух городах. Чтоб можно было, да, допустим, чтоб новички... То, что же сегодня стрима не будет, стрим будет завтра по Next'у с утра. Ну, как я проснусь там, посмотрю, и еще стрим будет по ЕТС-очке. Ну, ЕТС-очка, она днем или вечером будет стрим. То есть, как проснусь, это я сразу же в Next сяду, буду играть таксистом. Будем тестировать за... Сейчас, скорее всего... Смотрим. Сейчас метку снимем. Потом устроимся. Угу. Ого. Ничего себе. Вот это да. Прикольно сделали с музыка. Ну-ка. Так, цели. Тых-тых-тых. Смотрите. В смысле, в процессе работы таксистом участником тебе необходимо приезжать на вызов от других игроков и возить их до точки. Транспорта. А если три раза подряд ты не успеешь приехать к пассажиру, твоя смена завершится. Интересно. Ну, конечно, москвич. Все, мы на смене, да, получается. Все, ожидаем клиентов. Что там за уведомление пришло к нам? А, мусорщик. Ну ладно. Блин, поесть забыл. Вот, ребята, кто-нибудь напишите разработчику, чтобы можно было как-то поесть и что ли, блин, то получается, блин. Вот, наводим себе, наводим. То есть я не могу сейчас пожрать. Из машины уйти не смогу. Потому что меня могут это... Ну, поехали куда-нибудь жать клиентов, что ли. Сюда завернем. Будем жадим здесь клиентов. Можно по городу кататься так-то. Mm-hmm.
Кстати, мой друг вчера ряда продал машину. Я сделал ролик ряда отдельный для лайв-канала, так что ждите скоро. Там я покажу, расскажу, покажу, что у меня происходит, и расскажу о той программе, которой пишу видосики, так что, если что, ребята, может, кому она понравится, тоже будут, приобретут ее и будут тоже ей писать, потому что она, в принципе, неплохая. Давайте вот здесь запаркуемся где-нибудь. Вот здесь, у гаража. И вот здесь запаркуемся где-нибудь, будем ждать. Кланы. Пока подождем. Обязательно, ребята, прожмите лайк и напишите свой комментарий. Я пока единственный таксист в этом городе. И таксистам интересно работать, если, блин, надо заправиться, конечно, было. Давайте-ка заправимся, пока заказов нету. Это мы, блин, сейчас на карту, конечно. Я рядом ссылочку оставлю в описании на кореша, так что обязательно приходите к нему на ролик и смотрите, что он там вытворял, блин. Как мы не говорили, блин, ну все, ну ребята все-таки. Он заправился, еще заправился на заправке, ну чё не ясно. Говорил же ему вчера, заправьте. Заправься из канистры, канистра вот, их можно купить вот в таких вот магазинах, блин. Нет, надо было, блин. Я сейчас просто не хочу тоже тратить канистру, как бы. 29 литров. Давайте 20 литров заправимся. Как раз нормально будет. Так что все, ну нормально. Все, поехали, куда-нибудь встанем сейчас тут. Ну не заправки вам сказать, как бы, ну. Так что, ребята, всем советую центральный сервер уже для меня. Ну, как бы играл когда-то на центрального, ребята, я там не хочу играть. Там мне интересно, здесь куда интереснее. Здесь меньше идиотов, которых было много на центральном. Здесь, конечно, мало людей играет, но. Зато мало проблем. Сейчас где-нибудь вот там запаркуемся, но там как раз парковочка есть своя. Сюда, муж, не поедем в МВД. Здесь сейчас где-нибудь запаркуемся. О, автосалону. Почти идеально запарковал, смотрите-ка. Идеально запарковался, еще можно, конечно, скорректировать вот так вот. Ну все, ждем клиентов. Мой это центр. Не Toyota, мой-то, блин. Красивый мор такая шуточка. Ну подождем, ладно.
Много чего изменили. Кейс налогов. Налоговый кейс, кейс нефтяной. Это с первого боя так. Где-то можно получить, не знаю. Новый бизнес. Понял, это было же, кстати, по-моему. Изменили был рынок. Задачи кланов расширяли. И так далее, да, и так понимаешь. Уникальный номер Dead. Ну, мне кажется, это уже было. Что-то уже было, что-то добавили. Понятно, тут читать не перечитать. Понятно, стоят со мной. Почему он так прыгает, а? Чё, какой-то Санта-Клаус или кто там? Не, ребята, я вам советую все-таки сначала хату купить. Потому что вы сможете две машины уже купить. Не одну, а целых две. Вот, поехал. Стоим здесь немножко, может кто закажет такси, просто я не хочу менять дислокацию за чего-нибудь. А так, ребята, изменили много чего, да? Автошколу посетить, но мы сейчас не сможем посетить кинотеатр, там все за кадром посещу. Ну и закажу такси. Сам себя закал, это фиг 100 метров проехать. Как видите, пока никто не заказывает. А как узнать, сколько видео идет уже минут? Интересно, это можно как-то узнать? Заказал бы чувак такси, рядом все такси стоит, блин, подвез бы. Общипал бы тебя как курочку, блин. Да. В этом плане такси, конечно, не интересно, в том плане, что его никто почти не вызывает. Было бы круто, если бы вызывали такси, все-таки еще и боты. Не только живые игроки, а боты. Господи, я думаю, что такое. Что там предлагают Маренам? А, ну это нафиг нам не надо. В мэрию идти нафиг не хотим. Мы лучше таксистом побудем. А сегодня у нас день сдался. Да, на стриме это было бы проще, конечно. Ну. Но...
Лежит болезнь, сука. Ну, конечно, то есть можно тут посмотреть. Ну, где клиент? День, ночь. Тренировка выключена, тренировка включена. Все законно. Вот тот чувак нарушает правила, блин. Его еще штрафовать надо, блин. Это вообще нарушение всех правил, блин, игры. Надо их обоих сажать. 15 суток в КПЗ, я так думаю. Я просто ехать никуда не хочу, потому что вдруг кто позовет и уже ехать не будем знать куда. Может так просто так по городу кататься без меток. Какой-то ван стрелков. Бежит в эту сторону. Сейчас его собьют, блин, нет? Далеко. Авточка есть, ничего себе. Я сначала подумал, что какой-то мент это стоит. А это я чувак. Куда бы съездить еще бы? Странно все же, почему моя программа для записи, которую я обычно записываю на XTRP и все игры, она мне ошибку выдала. А это все, вот я сейчас снимаю через эту самую, так сказать. Нормально там запустили. Че, куда бы съездить-то еще бы? Можно, конечно, к бандитам съездить, но что-то я далеко не хочу ездить сейчас. Ну, давайте к нам съездим. Закрутируемся, чтобы меня не выкинули из машины, блядь, вдруг. Ну, да, уж. Да. Ну куда мы сейчас съездим еще? Можно к больничке. Двойную сплошную, конечно, нашел. Блин, ну ладно. Так что это стрима не будет, будет ролик маленький такой. Не знаю, сколько минут уйдет у меня, конечно.
Надо развернуться и туда поехать. Развернем. Всем мы тогда здесь. Блин, столько игроков. Сколько игроков еще на сервере играет? Ладно, не буду, вдруг что не захватит игру.